Привет, мой дорогой друг, меня зовут Север, а это уже 10-я серия прохождения ARK Mobile. К большому сожалению, серии на ARK Radar больше не будет по определенным причинам. Мы продолжаем играть в одиночку с определенным бонусом в виде 5 хорошеньких живок и 92-го уровня. Ну что ж, пока Северполис позорится на стриме в Dead by Daylight, мы продолжаем ебашить контент. Приятного просмотра! Сегодня не будет прям какого-то жесткого развития, мы просто полетим, сейчас воскресим живо, потом полетим на место, где я развивался в прошлой одиночке, поставим, наверное, кровати на всех обелисках, во всех нужных местах, в пещерах, да и, в принципе, на этом серия закончится. Еще забыл упомянуть, во вторник в 17:00 по МСК будет стрим, обязательно приходите, поиграем, пообщаемся. Всех живок я уже воскресил, теперь нужно думать, что будем делать дальше. Я хочу жить, понятное дело, на старом месте, так как там все абсолютно рядом. Зима, в зиме есть все то, что тебе нужно. Бобровка, можешь иногда пасту лутать, но нам это не нужно, так мы приручим охотин в будущем. Но в то же время я хочу жить на вулкане и хочу жить в секвойке на дереве. В секвойке на дереве, потому что я ни разу там не жил, и в принципе, как ни крути, там абсолютно все тоже рядом. А если на вулкане жить, будут проблемы, например, с камнем, хотя нет, не с камнем даже, а, наверное, с деревом, с волокном. И я даже не знаю, как я, например, буду мамонта обратно на вулкан затаскивать, чтобы чисто дерево поднять. В общем, не знаю, наверное, останемся на прежнем месте. Почему я хочу провести стрим во вторник, а не заснять еще одну серию, которая выйдет совсем скоро? Сейчас объясню. Понимаешь, чтобы восстановить старый прогресс, мне понадобится плюс-минус 4 серии. Вы уже наверняка заебетесь смотреть мое снова развитие с нуля, и поэтому мы лучше проведем стрим, там плюс-минус достигнем 70% прогресса, которого у меня был, а дальше мы уже будем снимать серии, где будем приручать, например, новых существ, сходим в данж, и в конце концов я очень сильно хочу приручить титанозавра, ведь как ни крути, это именно моя цель, в общем-то, как-то так. Смотри, если будем все разбивать по эпизодам, у нас выйдет, опять же, плюс-минус 4-5 серий. Первая серия выполнение абсолютно всех ачивок в ARK Mobile. Вторая серия приручение Грифона, Гигантозавра и Тусатеус обязательно приручим. Я попробую, конечно, это сделать. Третья серия ход пойдем в данж. И, скорее всего, четвертая серия, если я не найду еще, что попробовать снять выживание, будем приручать Титанозавра. Это, конечно, очень долгая подготовка будет, но я очень надеюсь, что у нас получится. Почему я так быстро хочу закончить выживание? Да на самом-то деле все просто, я уже очень сильно заебался от этой игры, заебался заходить каждый день, снимать всего лишь-то какой-то геймплей, ведь помимо меня на ютубе еще есть просто кучу вот этих вот геймплеев ваших мобильных арков. Я хочу перейти уже на более такие информативные видео, гайды и в конце концов, стоит ли играть в ARK Mobile и что будет после всех тех видео. Когда мне уже просто нечего будет снимать, если честно, я не знаю. Реально не знаю. Не будем о грустном, наслаждаемся тем моментом, который есть сейчас. В общем-то, я сейчас хочу скрафтить наконец-таки село на Птернодона, чтобы переехать сразу же на то место, не развиваться в металл, не делать металлические инструменты около изи-пещеры. Нет, не хочу. У меня тут 3 скорпиона, но есть проблема, то, что Таргент летает, и даже если я убью их с обычного лука, то все равно уйдет очень много времени, и Аргент просто-напросто съест этих скорпионов. Не смог я разобрать тех скорпионов. Да, блядь, ну отъебись от меня. Блядь. Лети за мной. Ага. Ладно, придется развиваться, как обычно. Заспавнился я у каменки, сейчас, короче, тэпну Птера. Вот такие у меня чертежи, кстати, тэпну. Что? А вот это для меня открытие. Я не знал то, что после смерти бальзам остается. Я думал, типа, это обычная вещь, там, как еда или... Ну, хорошо, буду знать. За что, блядь? О, да! Мне нужна кожа. Извини, братанчик. О-хо-хо-хо! Ему он отлетел.
Давайте вот здесь построимся около заметки. Почему бы и нет? Сейчас мы поставим кровати во всех местах, которые нам нужны. Ну там грифонка. Грифонка, вулкан, там пещеры, обелиски и все подобное. В принципе, все. Я поставил кровати во всех важных местах, то бишь обелиски, пещеры. И такие места, понятное дело, как дом, вулкан, грифонка и красный лес. Если вдруг что-то случится, нужно будет срочно прибежать. Вот как-то так. На этом серия, в принципе, и заканчивается. Давайте запустим фейерверк в честь третьей попытки нашего выживания. Даже, скорее всего, не третий, а уже четвертый. Потому что сначала одиночка, потом NN-сервер, потом Аркрадар. И вот уже четвертая попытка. Спасибо тебе большое за просмотр. С тобой был Север. Вот вам мем напоследок. И помни, все только начинается. Удачи. Ты не сумеешь помешать отмщению.